Привет! Samsung Galaxy S24 FE или же Fan Edition, который ты можешь выгодно приобрести по ссылочке в описании. Уже достаточно много времени прошло со старта продаж, и самое время снять на него обзор. Поехали! Корпус S24 Fan Edition стал прочнее благодаря прочной алюминиевой рамке, стеклу Corning Real Glass Victus Plus и защите от воды и пыли по стандарту IP68. Да, может показаться, какой от нее смысл, ты же не собираешься его топить или засовывать в лед. Но поверь, это как минимум защитит твои нервы от случайно пролитого напитка на смартфон, дождя или других мелких неприятностей. На задней панели находится три модуля камеры и вспышка. 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 123 градуса, 50-мегапиксельная основная широкоугольная камера с оптической стабилизацией диафрагмой 1,8, углом обзора 84 градуса и возможностью двухкратного зума оптического качества и 30-кратного максимального цифрового зума. А третий модуль — это 8-мегапиксельный телевик с трехкратным приближением и оптической стабилизацией. Фронтальная камера находится по центру вверху от личного 6,7 дюйма адаптивного 120-герцового с Full HD Plus разрешением Dynamic AMOLED 2X дисплея. Камера на 10 мегапикселей с хорошей цветочувствительностью, которая может даже снимать видео в 4К формате 60 кадров в секунду. И давай сразу взглянем на то, как снимают камеры Galaxy S24 FE. Вот так снимает фронтальная камера Samsung S24 FE. 4К 60 кадров и проверка записи звука. Думаю, что и слышно меня тоже хорошо. Довольно-таки детализировано. Все хорошо видно. И с небом работает тоже неплохо. Ну, фронтальная камера снимает более чем достойно. И вот я хожу. Нет никакой тряски заметной. То есть я дополнительную супер какую-то там стабилизацию не включал. И давайте посмотрим, как снимает основная камера. Переключаемся. Вот так снимает основная камера. Тоже вполне хорошо. Ну, цветопередача и детализация прям очень хорошая. Плюс вот я не стою на месте, тоже хожу. И оптическая стабилизация отрабатывает более чем прекрасно. И это без дополнительной стабилизации. Можно еще включить дополнительную стабилизацию, и будет еще более плавная картинка. Ну и этого вполне достаточно. Плюс на него можно снимать 8К видео, чтобы получить более четкую картинку. Ну, сейчас не то освещение, сейчас уже достаточно мало света, но 4К 60 кадров справляется более чем хорошо. Достаточно детализировано, все показывает красиво. Мне нравится. Вот так снимает S24 FE в ночное время. Довольно-таки неплохо на фронтальную камеру 4К с адаптивной частотой кадров. То есть он подстраивает частоту кадров в зависимости от освещения. Ну, на самом деле довольно-таки неплохо выглядит. Не просто темнота, меня более-менее видно. Но на основную камеру будет намного лучше. Давайте на нее переключимся. И вот так все выглядит на основную камеру. 4К видео. Ночью. Небольшой свет есть, но все достаточно неплохо видно. Пасмурная погода у нас в Хабаровске. Вот, здесь нет фонаря. Вот там дальше есть фонарь, и там есть дальше фонарь. С этой стороны нет. Там гаражи, там вообще нет никакого подсветки. Вот рисунок, все полностью видно хорошо. Ну, по мне так достаточно достойно. Вот я сейчас отойду от фонарей вообще.
и посмотрим со стороны, как все выглядит. Ну, прям хорошо. Samsung Galaxy S24 FE хорошо снимает в любых условиях и, что меня удивило, отлично записывает звук. Не менее классными получаются и фотографии, хорошая цветопередача, чувствуется глубина снимков. Достаточно деталей и неплохо себя показал в портретной и предметной съемке. Что, в принципе, ты самостоятельно можешь оценить на примере этих снимков. Аккумулятор на 4700 мАч поддерживает 25-ваттную зарядку и есть возможность беспроводной и реверсивной зарядки для того, чтобы можно было поделиться зарядом или подзарядить другие свои устройства. Производительность S24 FE в сравнении с предыдущей моделью увеличили вдвое благодаря новому 4-нанометровому процессору с поддержкой трассировки лучей от Samsung Exynos 2400E, а охлаждение улучшили на 11%. В дополнение S24 FE может оставаться актуальным долгое время благодаря поддержке обновления операционной системы и системы безопасности на протяжении 7 лет. А еще одним отличным преимуществом будет искусственный интеллект Galaxy AI, который станет отличным помощником в различных задачах благодаря большому количеству удобных фишек, которые помогут тебе в повседневных и творческих задачах. Серфинг в интернете, редактирование фото и видео, написание текста, рисование. И это еще далеко не все. И даже если ты не фанат компании Samsung, то все равно советовал бы присмотреться к данной модели, ведь свою стоимость он более чем оправдывает. Да, с неба звезд не хватает, но для твоих нужд его будет более чем достаточно. А на этом все. Отличного тебе настроения и пока-пока.